Сегодня хочу с вами поделиться целебнейшим рецептом, который передается из поколения в поколение в нашей семье. Этот орех, кстати, когда-то посадил мой дед. И каждый год мы срываем такие зеленые грецкие орешки, пока они совсем молоденькие. Это самый ценный источник натурального йода, который есть в нашей природе. Плоды я сначала мою, сушу и потом мелко нарезаю или прокручиваю на мясорубке. А затем смешиваю с медом в пропорции на 1 кг плодов 1 кг меда. Храню в холодильнике. Принимать можно по чайной ложке от 1 до 3 раз в день, в зависимости от потребности. И в нашей семье мы используем его как самое первое средство при расстройствах. Ребят, помогает мгновенно, так как оно губительно действует на патогенную микрофлору, а также предотвращает нарушения в работе щитовидной железы. Это прекрасный онкопротектор. Посмотрите, какая красота!